Так, Кострома, брат Юрий. Ночью было 26. Так, привет, брат. Расскажешь потом весной, как сказалось на урожайности. Погибнуть не могли мои абрикосы в Костроме. А будет ли урожай, расскажешь. И дело не в том, что 26. 26 это ерунда. Дело в этих оттеплях. Так, здравствуйте, у нас 11, ночью 21. Но это все тот же район накрыло вас этим самым. Так называемое космическое излучение, когда нет туч. Тепло, сегодня рассказывали, испаряется, уходит в космос. Да, Казахстан, ночью ждем минус 30. Это Казахстан добраться не могло. У вас, видимо, вы, это, Валентина, у вас просто, это, там, где вы живете, часть Казахстана, это просто та же Сибирь. Так, Московская область ночью 20. Ну, еще не ночь. Это, в этой ночью будет холоднее. Иркутск завтра днем будет 0. А, красота. Вы знаете, я никогда не мог понять, почему Иркутск так плохо дела с садами. Я все время смотрю. Абакан, ну, это как бы города, как бы основополагающие. Столица. Абакан – столица. Иркутск – столица. Красноярск – столица. То есть столица региона. А они постоянно по телевизору показывают это. Ну, как бы музыка играет, то есть с востока начиная. А вот там столько, вот тут столько. Да все одинаково. Ну, как-то мы пережили бум садовый. Это Абакан, Минусинск, Саяногорск. Мы пережили. Сейчас, правда, его уничтожили, этот бум. Но это ладно. Вот. Другое дело. Но почему Иркутск так сильно отстал тогда от нашего треугольника? Минусинск, Абакан, Саяногорск. Если в Москве минус 30 обещают, а у вас будет ноль. Ой. Так, добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Яковлева. Снова Москва. Хабаровск. У нас стремительно теплеет. Здорово. Хотя, кто знает, это хорошо нам, людям, а деревьям плохо. Добрый вечер. Чем позже наступит тепло? Я всегда молю, Господи, хоть бы весь март холодный. Пусть апрель будет холодным. Мне говорят, ты что, ты эгоист? Это вы, говорю, эгоисты. Вот, чем позже наступит тепло, тем больше шансов, чтобы это будет урожай. Как можно позже? Я молю Бога. И чаще сбывается. Март холодный. Не, бывает март теплый, а апрель опять похолодание. Деревья, когда не успеют проснуться до середины апреля. Все. Урожай обеспечен. Ну, опять же, что такое смешанный сад? Ну, половина замерзла, а на второй половине. Вспомните ли на прошлый год? Нет, какой был? А, позапрошлый год, вспомните. Половина деревьев пустых, а на второй половине столько этих плодов, что все не собрать. Понятно, да? Теперь, Краснодарский край. Я к нему отношусь всегда с большим подозрением. Это благодаря Курдюмову. А у нас яблоки имеют вкус картофеля, а у нас гнивают персики на корню, а у нас абрикосы не плодоносят. И вообще. Я слушал его, ничего понять. И сейчас понять не могу. Я железо беру 1000 косточек. Вот. Но у меня их больше. У меня их всегда было 20-30 тысяч. Вот. Я беру 20-30 тысяч косточек. Мне звонит Путин и говорит, Валерий Константинович, ну ладно там в Сибири, это извращение, что у вас абрикос. Сегодня есть, завтра нет. А вы, вот вам это самый грант, там 10 миллионов, забирайте все свои косточки. Я тут, оказывается, владею информацией, у меня такие умные помощники, заместители, по взятию Краснодарский край. Вот, например, Хадыженск. Или в станицу к этому. Рядом там вдвоем будете вот купить с Курдюмовым. Вот, и за одним это. Эти все 10-20 тысяч высадить. Я вам дам команду целый этот, целый лежачий это. Я там был, но там кроме яблок ничего не было, говорит Путин. То есть сказал бы. Вот, он про меня не знает, кстати. А там лапшу-то много навешали. Кроме яблок ничем не угощали. Ничего не было. И вот получается, и там посадите свои 20-30 тысяч косточек. Скорость у вас будет процентов 90, я не сомневаюсь, Валерий Константинович. Вот, вряд ли вы это, у вас будет там неудача. И все это взойдет. Произойдет отбор. Пусть одна из сотни, но одна из сотни, это сколько получается?
А? 2000? Нет. 200. Нет, 200 мало. Почему одна из сотни? Пусть будет одна из 10. И так оказалось 2000 деревьев. Пусть они вымирают. Вымирают, вымирают, вымирают. Год, два, три. 2000 осталось 500. Но эти уже не погибнут никогда. И вдруг оказывается, что Северокавказский институт, который называется Северокавказский институт садоводства и виноградарства, виноградарство, тут они молодцы. А как садоводы слабенькие, я посмотрел их эти рекламные фотографии. Стыдно. Вот. Кстати, господа из Северокавказского института, вам Путин отправил эти мои книги, мои диски, мою технологию. Ни ответа, ни привета. Я представляю, что вам все-таки пришлось, наверное, ответить этому. Он отправлял Путин через администрацию свою, потом Минсельхоз, потом к вам, ну как положено, сверху вниз. Что вы могли ответить, то, чего я никогда не узнаю, Минсельхозу? А Минсельхоз что должен был ответить администрации президента? Какой хрен железо? Ну и так далее. Вот бы мои 20 тысяч косточек туда. У меня и сейчас золотой запас есть, только я об этом не говорил. Так. В общем, Краснодарский край. Снег есть. Что еще надо-то для абрикосов? То, что надо. Вот. Поверьте, абрикос тоже снег любят, только не любят мокрый снег. Добрый вечер в Томской области. Ну, елки-палки, ну что это такое? Томская область плюс 3. На улице февраль, начало. Читайте учебник по географии. Февраль это зимний месяц. Какие плюс 3? И вот эти перепады, их надо умудриться обходить. А как? Ну, это мы уже говорили. На улице стали проклевываться во всем на грудь сморок. Сейчас покрыты снегом. Так, а как они на улице оказались? Семена на улице. А вы где живете-то? Не в Краснодарском ли крае? Так. Лобасов, Десногорск. Добрый вечер. Свинин, привет. Ахайская область. Ой, 36. Ведь всегда считала, что у вас не бывает таких морозов, потому что у вас этот, как он называется, у вас гольфстрим, у вас всегда натягивает теплый. Я помню Мончегорск, я помню командировочных с Мончегорска. А у нас такие грибы, а у нас морозов не бывает, а у нас это чуть ли не Африка. И у меня так и застряло в голове. Они же не выдумывали. Откуда 36? Это же все, это Михаил, все ваши красивые сад, красивые плоды, все на грани. Ну, проверим-то, если по железу они должны не заметить этот мороз. Ну, будем ждать. 36 неделю. Но у меня таких случаев проносит, даже на урожай не сказывается, когда неделю 36. А у вас посмотрим. Ольга, ребята, брошюра очень ценная. Та же книга «Северный сад». Карманная версия на тонкой бумаге. Все главные темы книги с фотографиями. Взяла сначала одну. Прочитала, потом со вторым заказом для детей, друзей, сегодняшних будущих. Ну, спасибо, Ольга, кстати, вот, сейчас. А, она настолько красивая, вот, да? Просто удивительно. А, видно? Нет? Она настолько красивая. И действительно, все главные темы. Я понять не могу, почему 13 тысяч лежит, когда вся Москва, все, что я видел, пусть это было 12 лет назад, 13. Но я клянусь, что сотни деревьев, которые я видел под Московском огромном массиве, все до единого были искалечены. Все до единого были отрезаны боковые ветки до уровня пояса и даже головы, чтобы не мешали. Ведь сейчас все это умрет, а брошюра никому не нужна. Давайте так, вот спасибо, Ольга, за это. Еще раз всем обращаюсь. Ребята, по десятку раскупите за то, что я бесплатно все это рассказываю. Ведь я же вам пользу приношу. Принесите мне вот хоть по десятке-то этих брошюр, 500 рублей. Не всем. У кого-то денег нет и быть не может. И даже среди нас с вами такие есть. А у кого-то 500 рублей, но это та же бутылка водки, почти хорошая. Бутылка водки, ну, не обязательно, даже не отравленная. То есть не совсем, может, отравленная. Вернее так, не совсем отравленная. Бутылка водки, это 10 брошюр. Подарите друзьям, подарите всем, подарите врагам. Скажите, вот мы вчера поссорились, а вот эта брошюра, это факт примирения. Потому что есть вещи вечные.
Помните, как этот говорил в фильме знаменитом? Вот. А музыка вечная. Так вот, я говорю, сады это вечные. Так, дальше что? Всем здравствуйте, Курган. Татьяна, здравствуйте. Ирина, подтверждает по проброшюру. Очень полезная по содержанию. Останусь я с ними. Мне в гроб положат эти 13 тысяч экземпляров. Невзоров. Здравствуйте, Олег Васильевич. У нас в Алтайском крае эта зима полна сюрпризов. Это я знаю. Сейчас плюс 3. Вот самый холодный это было. Бешеный ветер и дождь. И даже дождь. Алтай это себе. А к утру обещает минус 20. И в течение недели по ночам 30. Снега выпало немало. А это уже неприятность. Ну, снег не обязательно неправильно. Все те же самые принципы главные. Вырастить на месте. Вот вам 10 градусов плюс. То есть запас 10 градусов в запасе. Посадить на холм, и уже не так страшен снег. Правильно? Вот. Найти какие-то места, где как их назвать? Типа подушки эти самые. Тепловые их так называют. Как у меня было? Тут отапливается дом. Тут забор. Между ними персики растут. Какая хрен Сибирь? Вот там действительно, тут уж прав Халилов, который меня все грязью поливал. Вот. Валеркой обзывал. Тут уж прав. Какая к черту Сибирь, когда с одной стороны дом, от него тепло идет, он же топится, допустим. Но часто он уже не топится последние зимы. Но было же такое. А с той стороны забор. Радиация сюда в забор и достается все персиком. Я хожу, хихикаю, телевидение снимает, снимает, журналисты приезжают, приезжают. Но я честно говорю, а это тепловая подушка. Ну давайте везде тепловые подушки, их так легко изобретать. Я вам показал фотографию специально. Снег укрыт, основание штамба укрыто, вот те же культурные груши. Теплейший огромный дом, этот, завода управления. Какая к черту Сибирь, если там, я уверен, что когда я видел 47, допустим, минус на этом самом, на табло, там наверняка было 37. Давайте хитрить. Помните, как книга нас с Курдюмом называлась? Правильно? Как перехитрить климат. Вот. Что-то я опять разволновался. Доброго вечера, Челябинск. Добрый вечер, Катя. Кать, привет! Катя Кузнецова. Кать, там это самое, тоже не забывай про этого самого. Это ведь нас с Латинковым познакомил. Не было бы этого знакомства, уверял Латинкову, сейчас бы у тебя сада бы не было, а у меня бы сайта замечательного не было. Как тесен мир. Это мы, это ты, Катя, секта. Из нашей секты. Ладно, проехали. Секту ты не сказал, это я тут сказал. С трибуны съезда нас назвали Салтиков шаманами. Ой, как я смеялся, думаю, ну спасибо хоть шаманы. А если бы вообще нас не заметили, было бы гораздо хуже. Вдруг кто-то потом заинтересовался, кто же такие шаманы, за что их так проклинают? Так, Валерий Константинович, добрый вечер. Заложила косточки вишни Жуковской, с генами посеи вырастут. Что дальше? Если использовать как подвой, то что можно прививать? А если корень собственно, плодность такая вишня, сколько позже будет, пошли с привитой. Так, вишни корни собственные у меня плодоносили на 3-4 год. Вишни из косточки, так, это, к сожалению, 5-6 год. Пересаженная, знаете, что такое пересадка? Хочешь, не хочешь, корень обрубишь. Вот, на 4 год. Вот примерно такие вот. А что получается? Теперь все-таки оставить ее как... Корень собственная, это одно. Она, у нее как, понимаете, у меня особый, небольшой, как бы, у садочка, у милому цветочку, забыл, ой, крайну забываю. Так вот, садочка, цветочка, ждай, девчина, ждай. Так вот, у меня такое место есть, где девчины должны ждать. Там, значит, они фактически дикие. Вишни сибирской штамбы, вишни сибирской штамбы с генами черешни, вишни жуковские с генами черешни и сами черешни. Все это вот так и видели на фотографиях, есть телевидение снимало, то есть я же ничего не мог придумать сам. Я могу фотографии надергать с интернета, как другие. А тут телевидение, все это было. Они растут так плотно, что
невозможно понять. А я еще что интересно, извините, что я долго. Но не могу я, меня сейчас опять будет там, товарищ написал свежее письмо. Напишите инструкцию, все. А я не могу, я знаю, что у нас еще меньше будет. Уснут люди. А я ничего, большинство терпит. Потерпите еще. Итак, значит, вишня опыляет плохо, все знают. И только, чтобы они опыляли хорошо, нужен некий как бы катализатор, не катализатор. Вот, нужна черешня. Черешня – это та же вишня, назовем ее самой вкусной вишней. У нее, ну действительно, раз опыляют друг друга, это абрикос и слива, это замучитесь опылять. Яблони с грушей, замучитесь. Сильно их природная селекция их развела по разным концам. На тысячи километров настолько самостоятельно стали сами по себе, что обратно не хотят, у каждого есть достоинство. Яблони есть, у груши есть. А попробуйте скрестить. А царападу там, черемуха с вишней. А на кой она нужна? Семечки посадишь, то ли вишню, то ли царападу. В общем, понимаете, в чем дело. А чем хорошо вишня, черешневая сорта? Вишневая, черешневая и гибриды. Почему? Вишня, моя вишня сибирская штамба с генами черешни, это гибрид. В скобках дюк. И вот к чему я говорю. Предсказать мы не можем, что получится. Так? И в разные условия, даже в разные годы, дают разные плоды. И что дальше? Если вы бы взяли побольше бы косточек, вы бы зашло там, допустим, 10. Ну, 5 оставили. Посмотрите, делись шикарнее, как у черешни. Я показывал такие, показывал. Даже с косточки. Даже с косточки. Вот такие листья бывают у вишни. Смотришь, ждешь, чтобы будет черешня. Она нет, вишня. Но плоды крупные, вкусные, и жрешь, и жрешь, и жрешь. Представляете, как я умею рассказывать? Какой из меня ученый? Тот бы сейчас уже давно закруглился. И что получается? Вам обязательно нужно иметь и такие непривитые. И в то же время, имея гены черешни, на них прекрасно приживется веточки черешни, если вы достанете, настоящие черешни. И как у меня. Даже первое поколение черешни на этих вишнях, не у меня, не у этого уже ныне покойного, а тогда живого Боднара Бориса, ни у кого из нас не погибли даже первое поколение черешни на вишнях. Понимаете, что такое, когда получилось как? Вот дикая вишня. Она не дикая. Я, извините, я не могу, короче. Она не дикая. Это когда-то привезли переселенцы, потому что смотришь, она мелкая-мелкая, несъедобная, ну, то есть только на переработку. И вдруг, бах, какой-то год крупнее в два раза. Значит, гены культурные есть, это же не дико, значит, это были в культурных садах. А теперь мы добавили к нему еще черешни. Гены черешни перешли, получились дюки. Ну, я все рассказывал, да. А теперь к дюкам лучше же приживется это черешня. Значит, половину оставляете, а половину прививаете. Но для этого надо никогда не мелочиться. Надо заказывать, у меня минимальный 10, вот и заказывать 10, 200 рублей, извините, много. Но я бы заказал не 10, а 100. И сейчас бы не спрашивал, Валерий Константинович, то ли оставить, то ли привить. И оставить, и привить. Вот только так я могу рассуждать. Так, мы живем там, где у нас сад, с нами кот. Как все сходит, дежурит в саду, на грядках не пакостит.